Всем привет, с вами Диктофон и Риночи. Привет! И сегодня мы поиграем в игру под названием Minecraft. И это у нас мини-игра Skyblock. Мы как раз-таки продолжаем выживать. И как вы можете заметить, в этот раз я не один. И я не только с Рикардо, я еще с Риночи. Вот вы можете увидеть, у нее тут скин такой прикольный. А я тут со Стивом бегаю. Все, я тут убрала третьего лица. Можно, в принципе, начинать. У меня тогда кто-то из зрителей просил, чтобы я снимал с кем-то Skyblock, что это будет более-менее интересно. И поэтому я решил ее позвать с собой, она согласилась, в принципе. И сейчас я решила захватить. Вообще. Она тупо, знаете, просмотры с меня это собирает. Да, захватываю канал бесплатно, обращайтесь, без регистрации. Я вам сейчас покажу мини-экскурсию, что у нас вообще произошло с того момента, с прошлой серии. Как вы можете заметить, главного острова у нас больше нет от слова совсем. Я его полностью срезал. Также вот у нас ферма теперь она очень большая, очень много всего нам приносит. И, как вы видите, тут было большое еловое дерево. Риночи его полностью срубила. Она тогда спрашивает, что рубить. Ну, я говорю, ну вот все деревья руби. Имела в виду, в принципе, вот эти, которые здесь у нас растут. Она помчалась сразу же эту елку рубить. Чуть не сразу, она была последней. Ну, все равно я тогда прифигел немного. Также вам тут покажу. Это вот головы, которых мы не убивали. Они все на елке были. Прикольно, правда? Потом вот у нас тут ресурсы немного есть. Также вот, посмотрите, целый сундук булыжника. Еще почти целый сундук булыжника. Тут у нас вот еда. А здесь у нас ресурсы. Посмотрите, сколько у нас всего классного. Также я тут, кстати, ставил переплавляться камень. И он, к счастью, уже переплавился. Я вам даже могу рассказать, к чему это все будет. Риночи, ты что-нибудь тоже говори. Ну, ты что-то вещаешь, что я тебе передавать-то буду. Ну ладно, сейчас я тогда быстро договорю. Как раз таки я в прошлой серии просил, чтобы мои зрители писали, какое бы они постройку хотели, чтобы я построил. И, как вы знаете, никто мне ничего не написал. Нет, точнее как, мне написал. Потом мне написал один человек, он попросил, чтобы я построил спавнер и дом. Как раз таки я буду потом этим заниматься, но первый коммент, который написали, это чтобы я построил фонтан. Я сейчас попробую на экране это вытащить. И я как раз таки буду заниматься, в принципе, постройкой фонтана. Для этого мне столько камней пригодилось. А у тебя, Риночи, какие планы? У меня планы садить собирать. Я считаю, это грандиозные планы, да. Да, я тогда тебе пока помогу. Сервер номер один. Угу. Тут прям очень много. Также у нас на эту серию, кстати, планы купить спавнер. По деньгам. Да. У этих зомби убивали, как тебя. Угу. Отвоевывали нашу точку, это надо было видеть. Да, там какой-то челик приходил и мешал убивать начальника. У нас были великие переговоры. Ну как великие, нас не слушали, но потом мы просто его так задавили, не давали ему ничего фармить, что он сам сбежал. Да, и сервер такой сказал, я буду перезагружаться. Да, как назло. Ну, так как назвать, мы же первую точку заняли. Не, ну там же заново пришлось нам все это выстраивать. Ну и чё, все равно кто успел, тот все. Угу, что-то я так странно засаживаю, ну да ладно. Главное засадить. Ещё у нас были великие переговоры по поводу спавнеров, потому что мы вообще не знали... Да я бы не сказал, что вы знаете, вот такие вот великие... Это просто, блин, несправедливо. Я вот Расто, наверное, писал в комментах, ой, в чате, как вы там получить спавнер или еще что-то, мне не отвечали. Написала Риночи, ей сразу такие шоп, шоп. И я офигел, я узнал, что это есть, я такой, ну прикольно так-то хотя бы. И вот поэтому сейчас он есть. Да, также вот я создал воронки, а воронки тут, кстати, очень сложно создаются. Если даже открою, они делаются в крафтах. То есть есть такая команда. Чё? Или как она? Почему сейчас не появляется? ИСО, наверное, или что там? Без ИС. Без ИС? У вас нет прав использовать данную команду. ИС, по-моему. Да, с ИС пишется неизвестная команда вообще. Так, ладно.
Подумаем, что она когда-то работала. По крайней мере, когда я тогда играл. И как раз-таки... Да, она правда работала, да. Даже я ей пользовалась. И вот эти вот воронки создаются очень сложно. Там надо для них блоки железа. Плюс вот эти вот поглощающие ядра. Они создаются из камня вообще. Типа это все очень сложно. Я, к счастью, как-то насоздавал. И при этом я тут вот как раз-таки сделал, чтобы из генератора то, что выпадало с другой стороны, падало сюда. И как вы можете заметить, тут много чего как бы и есть уже. И также я вам тут сейчас похвастаюсь. Это вот здесь я начал расширять платформу снизу. Тут прям очень много. Потом, конечно, будет еще больше. Здесь мы будем ставить всякие драгоценные блоки, чтобы повышать уровень нашего острова. Ну или еще там вот что-нибудь, в принципе, такое вот. Сейчас я пропишу из, чтобы вернуться. И, наверное, сейчас буду спавнер, да, покупать уже? Давай. Да, мы специально, кстати, не покупали его, чтобы все было при вас. И первый у нас тут спавнер свиней. И прикол в том, что чтобы потом поставить другой спавнер, вам в любом случае надо будет иметь предыдущие, чтобы получить осколки, вот видите, различных мобов. И первый на очереди это вот спавнер свиней за 50 тысяч. Блин, так легко его купил, что даже как-то все настроение пропало. Ну, точнее как. А вот мне интересно, если ты поставишь спавнер, допустим, то у меня засчитается ачивка поставить спавнер? А там вроде на острове просто должен быть. Подожди, а давай сейчас я смотрю. Потому что вот смотри, мне же вот за генератор не заставит. Поставить первый спавнер. Все необходимые предметы должны находиться на вашем острове. Но это же тоже, типа, твой остров считается. Мне кажется, тут считается твоим островом. Тут просто такая, это, залётная. Ну, странно, а как ты тогда будешь штамп эти выполнять? Чё, я тебе скидываю спавнер? У тебя ставлю, ну давай. Правда, где? Да-да-да. Хорошо. Выкинулся? Ой, фух, я уж испугался. А еще она, кстати, парализ этих голов, потому что они у кого-то как стивы, а у кого-то шишки кривые. Да, они очень криво работают, короче, прям вообще ненормально. И единственное, что мы еще не знаем, как тут спавнеры нормально работают, поэтому как бы нам их поставить? Его же, наверное, можно снести и поставить. Думаю, что нет. Поэтому давай как-нибудь нормально сейчас сделаем. Может, давай сначала территорию небольшую выделим для этого? О, тут камень есть. Давай. Офигеть. Где? Ну где-то явно не внизу. Ну да. Ну, может быть где-нибудь вот тут вот влево стоит, тут как раз площадь. Я тебя потерял, подожди. Я за Рикардо Милоса вот стою. Ну да, ну нет, смотри, у меня же где-то здесь фонтан будет, типа вот тут центр, и тут вот фонтан такой. Ну так я предлагаю туда строить чуть-чуть и там поставить. Ну давай тогда сейчас создадим полублоки из булыжника пока что. Давай тогда я пока построю. Ты можешь начать строить фонтан. Не, я тоже у тебя быстренько это сделаю. Тогда пока спавнер засуну... Сундук? Вот в этот, да. Чтобы не свалиться вместе с ним. Да, я тут камень есть. Быстренько создам сундук. Небольшой. И туда камень положу, чтобы с ними что не умереть, а то у меня тут что-то много его уже. Как думаешь, если я 2 стака с половиной полублоков? У меня, в принципе, тоже 2 с половиной стака полублоков. Офигеть. Я великий математик. Ну, мне не ровно, у меня чуть больше, но типа, чего нет? Короче, кирки у меня нет. Давай лучше я туда буду. Кого ты будешь? А ты потом будешь вторую линию строить. Ну, до туда ты заодно скажешь, далеко или нет. Ну, так я не знаю, это ты должна так в первую очередь смотреть. Я вообще вот так строюсь. Не, я типа хотела даль построить, а дальше типа это. Ну, я же не буду знать максимально, сколько там до конца тебе надо. А я что знаю, что... Понятно. Я вообще сюда на интуитивность. Живу. Так, ну тебе еще надо, еще дальше. Блин, вот. Все, 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 все. Теперь вправо, ты уже перестаралась. Один вперед и вправо иди, да. И опять, понятно. Ты сказал один вперед и сделал один вперед. Нет. Не в тот вперед. Все. В смысле? Да, вот отсюда, да. Один вперед.
Я тогда пойду пока туда ломаю. Хотя ладно, пускай там пока будет. Я тогда пока начну внутренности эти застраивать. Просто я как понял, я однажды здесь тэпнулся на варп. У челика было типа куча всяких спавнеров. Я немного не понял, как они работают, но похоже там они типа не спавнятся. Там просто стоят такие мобы афкшущие, и ты их бьешь. Может, они спавнятся только когда... Чё, когда? Ну, типа владелец вот этого, которому ты спавнишься. Не, они, типа над спавнером есть цифра. И эта цифра, типа, сколько там мобов, сколько ты можешь это уничтожить. И вот, видимо, эти спавнеры еще можно прокачивать, насколько мне известно. Потом вот будем смотреть. И, самое классное, что я узнал, что тут шоп, и оказывается... Сейчас я сломаю. Что, типа, не обязательно на хэ там что-то продавать. Или вот против зомби сражаться. Что можно также туда что-то сплавлять, и все будет нормально. Ты куда? За спавнером? Я? Нет. Ну, могу. А ну, ты точно знаешь, как его ставить? Правда, в камыше? Нет, там просто его поставить. Ну, и надо еще там вот с бубнами потанцевать. С бубнами я танцевать умею. Ну вот. Так, вся моя жизнь, наверное, танцы с бубнами. То все вообще так, ставить? Куда ставим? Я не знаю. Так. Ну по-моему? Ну где-то вот здесь можно, в принципе. Может, куда-нибудь сюда? Ну, ставь вот, куда-нибудь. Вот сюда. Ну ты что-то прям вообще далеко летел. Ну давай посмотрим. И что, может, потом будем богатыми, продадим и на обставим. Наверное, надо богатку поставить, чтобы эти. Я говорю, они не так вроде спавнятся. Ну, сейчас, по крайней мере, посмотрим. Ну, там нормально, он как вода в комплекте. Mm-hmm. Такое ощущение. Блин, это выглядит смешно. Так, он крюкнул, он крюкнул. Ты слышал? Нет, не слышал, потому что ты говоришь без остановки. Сейчас я попробую, может, звуки дружелюбных существ сделать погромче. Он перестал. О, я услышал. А где он спавнится, я не понимаю. Кто-то выиграл кирку удачи. Да. Говорят, что она типа очень редкая. И чё? И может быть из-за того, что он нас... О, ты посмотри! Чё? 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 Вот наши свиньи. Я нашел их. Офигеть. Ты знаешь, да, ты за бубном отчасти прокатили. Я в шоке. Что делать будем? Ну, помнишь, у меня же там есть платформа для сундуков. А как он работает? А как он вообще стоит? Я же говорю, это типа он не настоящий, он не движется. Там просто вот число — это их количество жизней, сколько там их всего находится. И мы их бьем, и с них типа еда выпадает. Может, так получилось, потому что на полублок. Я не знаю, попробуй поставить там цельный блок. А что, его киркой ломать? Я спавнер не ломаю. Спавнер не ломай, не ломай спавнер. А как я тебе снизу поставлю? Я тебе вообще говорю, просто блок поставь, что ты тупишь там. Так мне надо кирку. Если спавнер сломаешь, тут пипец будет. Да. Поняла. Но если я что, я тут... Я не особо люблю в данжах ходить в Майнкрафт. Я что-то тут достроил уже до этой свиньи. Тут их 42 аж накопилось. Офигеть. Не, я тогда рад, что в принципе все нормально. Что ты делаешь? Я хотела поставить туда вниз. Привет. Привет. Вот видишь, она не заспавнилась там, да? Ну ладно, я, у нас, кстати, короче... Я через эти вижу цифры 49 пара 8. Прикольно. Ну все, у нас тут будет, короче, секретная эта фармилка, походу. Ну а чё, зато это не мешается. Ну вот да. Вот смотри, придут какие-нибудь челы, будут смотреть, а у нас на самом деле явнее. Да мне кажется, они придут. Единственное, что тут, наверное, надо будет какую-нибудь оградку сделать. Ну давай я ее сделаю, это вот я вроде крафтил. Самое прикольное, короче, что... Он именно заспавнился на той же высоте, на которой я и строил вот эти вот для сундуков.
поняла. А как ты туда залез все равно? В смысле? По лестнице спустись немного. Я думала, ты не там стоишь. Ну спускаться-то будешь ты где? Я не спустилась. А, его это видишь, он прям здесь. А, слушай, да. Ну он нет, он чуть пониже спустился. Нет, он точно на такой же высоте. Сундуки выше. Видишь, я даже головой. Я нет, я про вот эти блоки. И вот, короче, вот видишь, я бью, у него тратятся жизньки. И вот я так зарабатываю это. Ты не рукой бей, надо меч вообще создавать для этого. Блин, так можно, да, короче, создать меч. Также кликер этот, ну, автонажатие сделать с помощью мышки. Свалить, и он будет бесконечно бить. Мне тоже. А если... Почему я не могу ловиться от Стива, если на него смотреть сверху? Мне так кажется, что нам потом надо будет срочно подумать насчет зачаровальни. Я не знаю, как она создается, конечно. Ну, точнее, типа, что нам делать насчет этого? Да, блин. Ну, можно спросить у людей. Типа, там же надо этот, обсидиан. А для этого нам что, надо покупать в шопе ведра воды и потом их уже превращать? Да, блин, я сделала лестницу. Так. Офигеть, там у него хп, конечно. И то есть вот так вот можно бить. И если ведь потом, наверное, прокачать меч на заговор огня, то тебе же, наверное, сразу же приготовленная будет еда. Не знаю. Ну, в ванильном Майнкрафте так все и работает. И не знаю, как вот здесь все это. Так, я открыл магазин. Я же в основном на серверах играю, я вообще сейчас... Офигеть, тут шалкер еще можно купить. Вот ведро лавы тут вообще 4000 долларов стоит. Мне хватает на 2,5. А у тебя сколько денег? У меня 6. 6000? Да. Чё ты так удивляешься? Я думал больше. Ну, блин, извините меня, я же не так часто тут. Да, тут даже элитра есть. У меня, кстати, опять магазин спавнеров не открывается. А я забыла, как крафтить оград. Зачем мне оградка? Достаточно забор создавать. Там. Или забор. Я вот сейчас хочу, короче, посмотреть, сколько надо обсидиана для... блин. Я тут, короче, подумал, что вот. Сейчас, может быть, создадим зачаровальню. Но я единственное, что понимаю, так это то, что нам как бы нужна корова для этого. Чтобы потом же этот делать. Книжки. Так, вот тут еду можно будет продавать. У меня, короче, не открывается. Мне не открывается спавнер. Магазин спавнер. Давай я попробую. Ну, я пишу шоп и выбираю там спавнер. У меня не открывается. Вот тут максимально накопилось 100 свиней, кстати, уже. И мне вот интересно. Нам ведь до сих пор еще ни одного... А у меня открылся. Пипец. И что там, чтоб спавнер коровы, что надо иметь? Коровы. Осколок свиньи 10. Это 10 осколок. Ты у меня везде пролагала. Ой, короче, свинья, курица, зомби, скелет, слизень. 10. Ка. Ну, короче, я подумаю, что мы все поняли. Офигеть. Короче, ну да, я что-то прифигел. Я сейчас свинью эту мочу. Но это реально, вот знаете, можно будет потом Арину поставить на генераторе АФКшить, а я буду на этом спавнере АФКшить. А это... Дядя Дима, скажите, как крафтить забор, я забыл. Доски и палки. И все. И у тебя там будет в книжке автоматически доски будет выдавать. Доски, а я забыла про доски. Реально, думала из-за них палок? Да. Там вот лестница только из палок, а вот уже вот это все остальное нет. Ну, кстати, вот сейчас у нас вообще с едой не будет проблем, кстати. Только нафига нам тогда столько пшеницы?
Пригодится для чего-нибудь. А, смотри, пшеницу можем... А, блин, то хотел сказать, типа, коров будем размножать, а они ведь так же будут появляться. Ну, короче, может, тоже еду из этого будем делать. Я не знаю, что-нибудь да придумаем, мне так кажется. Все будет норм. Офигеть, реально так-то, я тут уже свиней побил. У меня уже 2,5 стака свинины. Я взяла 24 штуки, но мне кажется, этого не хватит. Ну знаешь, тут хотя бы огородить рядом со свиньей место. Вот типа вот здесь вот, ставится? Видишь, вот тут вот. Ну, скинь мне, короче, обставлю. Потом мы, наверное, конечно, сделаем это все покрасивее. Это типа у нас временное все. Мы не ожидали, что у нас свинья там будет. Во, видишь, типа так. А, ты свалила. Понятно. Да я еще сверху. Тут же все равно есть дыра сверху. А-а-а. Ну, выглядит симпатично. Да. Блин, ну все равно. Может, этот спавнер свиней как-то закрыть? Ну, потом, знаешь... Сверху. Мы же будем там что-то строить сверху. Там типа фонтан, потом... мне же посоветовали дом строить. Я могу типа в кусты его заныкать. Да, слушай, как вариант, очень длинный. Ну да, есть такое. Все, я переплавляю свинину, и теперь у нас пошла эра сытости. Переплавляешь? Ой, ну ты поняла. Пережариваю. Так, и сейчас, кстати, хочу, наверное... Ой, фигня. На спавн отправиться, посмотреть одну штуку. Просто у меня есть одна коллекция. В чем? Как ты мне залагал? Я говорю, что я отправился на спавнер. Ой, на спавнер, блин. На спавн, потому что у меня была одна коллекция, опять зомби. И вот я сейчас попробую открыть и посмотреть, что у меня в мешке рандома выпадет. Так. Чего? Ариночи, угадай, что мне выпало. Я не знаю, что-то хорошее. Ну, вот... Судя по тому, что там это. Стак золотых блоков. Прям золотых блоков. Прикинь. Что-то круто. А я не... О, офигеть. Ну реально, давай, кстати, я сейчас поставлю, посмотрим, как у нас уровень качнется. Было 66. Ну, сейчас у нас... А у нас, кстати, с чего 66 спавнеру? Нет, у нас и был такой же. У нас же там, даже смотри, и лазурьи там много, и вот этого всего. А даже вроде булочник, все равно он добавляет уровень. Блин, ну я что-то... Я прям офигел. Я, конечно, не знаю, может быть, для чего-то он будет потом полезнее, но пока что я считаю, его и так поставить. Хотя мне, если честно, вот сейчас интересно, какой будет драгоценнее, лазурит или золото? Конечно, по логике золото. Мне кажется, лазурит, потому что лазурит реже. Думаешь? Золото. Лазурит да. Же выпадает сразу в нескольких. А вот так, а лазурит все равно кристалл. Мне кажется, он почти наравне с золотом. Мне кажется, золото дороже. Так, ну я, короче, поставил, кстати, этот стак. По этому поводу в моей жизни всегда будет в этот тайнс, потому что я со своими одноклассниками по Майнкрафту лазуритов и золота ничего не говорили. Ну что, круче все делать. Все говорили, алмазное круче. Всё. Подожди, я сейчас не понимаю, теперь как левел наш посмотреть? У нас тут просто до сих пор 66 пишется. Из левел прям надо. Я просто левел написал, а надо левел. Да. Так. Вообще плохо? До следующего уровня. У нас 168 уровень. Фига ты там подставил, слушай. За один... Ты всё подставил? Нет, за один стак нам дали 100 уровней. Даже больше, чем 100. Нет, ну да, 102. Ты понимаешь, я когда ставил лазурит, тут тоже стак блоков, с него нам дали 2 уровня. Ну теперь мы поняли, что драгоценнее. А если алмазный попробовать писать? У нас не наберется столько. Я бы пока не хотел. Один блок... Ну, один блок это не то. Я не хочу пока один блок ставить.
Но все равно, прикиньте, по факт в том, что из коллекции можете такое выпустить, это прикольно. Надо будет почаще там иногда ФКшить. Сейчас я, наверное, буду делать эту. Расчищать дальше зону, увеличивать. Наш этот остров. Просто, кстати, если вот там, где дрался зомби, давали бы... Ты после давали замолчала у меня. Я говорю, давали бы оружие и... Ладно, я понял. Ну ты сказала оружие и б. Ну броню я понял. Так там дают оружие. Там дают оружие. У меня, например, было оружие босса, это алмазная кирка. Ну типа она ломается. Насчет брони, не знаю, броню ты вроде можешь с коллекции получать. Ну вот было бы круто, если бы броню можно было... Это так, потому что... Да господи. Мое видео все равно останется. Ты уже понимаешь, да? Я не знаю, что сегодня с микрофоном. У меня со связью все хорошо показывает. Да у меня тоже, я не знаю, что-то у меня на половине слова просто пропадаешь. Ну, у нас Дискорд, как обычно, наши болезни. Угу. Так. И вот сейчас я тут увеличиваю, чтобы потом сделать фонтан. Я, короче, раз у нас такой остров всего 100 на 100, на самом деле это не так много. Я там посмотрел, чтобы у нас был остров 300 на 300, это максимальный. Или стоп, да, 300 на 300. Там вообще надо, он стоит 600 рублей, и может быть, если все будет хорошо, и вам будет так сильно нравиться скайблок, то, может быть, задоначу столько денег и куплю этот остров. К тому же, как я понимаю, что даже после вайпа у меня останется эта награда, и типа у меня все острова будут 300 на 300. Там донат, наверное, должны оставить. Ну да, типа, да. Если донат, то должны оставить. Угу. Чуть донат. Но все равно я пока вот так смотрю, что я не хочу строить большой фонтан. Типа будет такой небольшой, но какой-нибудь интересный, может, что-то в высоту. Чтобы вот было прикольно. Как раз-таки, может быть, там какой-нибудь еще что-то рядом с ним построю, чтобы это было как наша точка спавна. А то рядом с сундуками, конечно, тэпаться удобно каждый раз. Но не так красиво уже выглядит. Блин, было бы прикольно сделать какую-нибудь площадь. Кого? Площадь. Ну, если бы не было ограничений по блокам, типа, город построить. Ну вот я говорю, 300 на 300 — это очень много блоков. Смотри, 100 на 100 — это 1000. 300 на 300 — это 9000 блоков. 9000 блоков — это уже очень много. То есть... А это и высоту 300? Нет. Или высота не ограничена? Ну, высота как ванили. Ну, как минимум, ты посмотри, у нас там вниз какая еще высота дикая. То есть... Ну, вниз там, по-моему, вся бесконечная. Нет, там 116 блоков у нас вниз. Что-то я убрала семена зачем-то. Так. Ой, ну тут надо спахать и поставить. Да, кстати, тоже теперь вижу вот это, вот сколько жизни у свиньи. Ну, прикольно. Короче, видимо, другие спавнеры можно будет тоже неподалеку от свиньи ставить. Тоже их как-нибудь маскировать, чтобы они все там рядом афкашили. А как обычно, что нормально делать не умею. Ну, я вот, короче, сейчас вот буду достраивать. И, наверное, потом буду разрабатывать, какой бы, ну, фонтан построить. Чтобы, знаете, не тяп-ляп и готово, а прям, чтобы прикольно было, качественно и служило нам. Знаешь, депутат какой-то. Зато это по факту делаю, все хорошо, все нормально. Лучше депутат России. Да, потом еще как раз-таки, когда все нормально построим, выпустим Рикардо Милоса. А то мы его специально тут скрыли, потому что мы не хотим, чтобы он пропадал. Ну, и как бы и делать ему тут пока что нечего. Он бы нам тут ходил и просто все мешал. Кстати, у нас там свинина уже все пережаривается. Если хочешь, можешь собирать ее. Так и я, наоборот, там добавила. Там пережарилось только 3 штуки. А куда их? Там, кого? Где еда? Да, наверное, да. Мне кажется, такими темпами нам даже отдельный сундук для этого придется создать. Я так думаю, что... Нам в любом случае его придётся сделать, там уже забито всё.
что нам надо будет потом построить такое большое здание, красивое, склад. Типа вот такое вот. Да, было бы круто. Да, потому что пока что у нас сундуков с каждым разом все больше и больше. Их как бы надо. И, наверное, этот склад надо будет построить недалеко от фонтана как раз-таки. Это пока со свиньей дерусь. Да, уже все там прям так бьет. Да, чтобы она там не простаивала, конечно. Мне там... тоже побить хочется. Давай, иди там, 70 хп у нее. Точнее, как еще 70 этих свиней. И надо крафтить тогда мы. Так. Ну да, лучше реально с алмазным мечом. У меня, кстати, сейчас 47 уровень. Поэтому я... 30-й. Я недалеко ушла. Угу. Какой у тебя? 30-й. А-а. Поэтому вот нам сейчас реально надо бы этого... Зачаровалку. А, я опять вспомнил про эту свинью. Ой. Точнее, про корову. Мне это вообще не нравится. Так, сейчас я, наверное, хочу это открыть... Зачаровалка с коровы открывается? Чем? А, что до меня дошло. Молодец. Блин, коровы реально. То есть вот у нас есть свиньи, нам надо будет куриц еще, зомби, скелеты, слизни. Офигеть. То есть нам еще надо 4 денег спавнера. Надо. Да, денег надо дофига. И мне так кажется, надо реально будет потом оставить себя в АФК и бить, потому что я не понимаю про осколки. Нам пока что ведь... Ну, тебе ничего не падало? Мне никаких осколков вроде не падало. Нет. Может быть, осколок как раз считается. Что считается? Или его надо поставить и сломать. Не, я не и знаю. Будет осколок. Навряд ли. Точно. Ну, либо спросить в чате у кого. Давай я пробую сейчас написать. А я или ты? Давай сначала я посмотрю. Давай. Там написано ля, ты, я думала, это не тебя. Написал, типа, ребят, как получить осколки для других спавнеров. Надеюсь, что они поймут. Кто кинет, тот топ. Могу прилететь, но только не гриф. А то уже загриферили. Ой, блин, бедный человек. Угу. Гриферство это, конечно, такое все. Поэтому... Я не гриф. Угу. Нужны вещи. Поэтому я, похоже, блин, заигнорили. А ты точно в общем написал? Ну, я с восклицательным знаком вначале написал. И, в принципе, так все и надо. Куплю ЛБ, 20 стак, 10 тысяч. Что значит ЛБ? Любой, наверное. Что любой? Ну, типа, любые 20 стака. Ну, это было бы слишком классно. Я активно тыкаю. Mm-hmm. Скоро ноль будет. Знаешь что, можно еще, конечно, тут как бы выискивать. Чё? Чё? Я убила вот эти вот всех. Что свинья аж пропала. Пропала свинья? Да, но она, правда, обратно появилась. Ну, у меня так же было, это нормально. Но это, скорее всего, потому что у меня тогда не было. Да, можно также еще, короче, на АХ мониторить всякие спавнеры потом, и там, если что, их покупать. Потому что я помню, я тогда там видел спавнер свиньи за 30 тысяч. Но это я когда только начинал играть. Я думал, что только на АХ они как раз таки и есть. Думаю, типа вот вообще, не знаю. Как тут вообще все это работает? Надеюсь, что все нормально. Свиньи там опять все копится и копится. Нормально так-то и... Конечность. Не предел. Плюс бесконечность. Угу. Именно так и есть. Так. И чё вот... Ну, блин. Давай попробуй ты написать. То, что типа как получить осколок спавнера? Да. Мы сначала... Окей. Сейчас будем решать проблемы. Да, мы сначала с Риночи как-то договаривались, что вот мы тут сделаем вступление... Потом я начну стройку, там еще что-то. Ну, что-то у нас уже серия на 35 минут вышла. Мы, наверное, будем продолжать в следующий. Да, наверное, вот потом будет уже продолжение в следующий. Ну, ты пока напиши
И мне интересно, что нам ответят, а потом уже как будем заканчивать серию. Ты главное уточни. Знаешь, в женском роде что-то напиши, чтобы они такие, офигеть, девочка. Написала. Чё ты? Написала, я добавила, я тупая. А, да-да-да. А тогда прям так написала, ей сразу же ответили, вот прям максимально быстро. Ничего себе, там паркур, приз 750 тысяч. Звучит слишком круто. На самом деле, мне кажется, что это неправда. Так, привет всем, можете помочь? Как получить осколок спамера? Я тупенькая. А чё, неправда, что ли? Ну чё, ой, чё? Смотри, Максим сразу же с моба выбить. Так. Ну и чё, и нам типа просто надо бить и бить, бить и бить? Это ж, сколько надо это? Как решаются проблемы? Как легко решаются проблемы? Ну мы в принципе так и думали, что это так все будет. Не знаю, я думала, что надо покупать. Ну, я просто помню, что кто-то говорил, что типа они спавнеры улучшали, соединяя их друг с другом. Ну это навряд ли были бы осколки. Я тоже пока свинью побил. И типа, и блин, мы так-то с тобой ведь уже немало свиней убили. Да, и мне ничего не выпало. И мне ничего не выпало. Тут сколько убивать надо. Да-да-да, поэтому вот я говорю, тут в этом плане все сложно. Зато когда мы вот получим вот эти осколки, все, у нас еды на всю жизнь будет. А, ну мы же ее продавать сможем, точно. Почаще. А на какую кнопку камеру приблизить я же? А, на... У меня на С. На С? Ой, она тоже на С. Угу. Работящий. О, там у кого-то это расширение острова 150 на 150 выиграл. Ну, прикольно так-то. Выиграл? Значит, расширение можно выиграть? Да, там есть сундуки, но типа они вроде тоже платные. Там кто-то даже 300 на 300 выигрывал, это очень круто. Okay. А я лотереи как бы не очень-то люблю. Геншин дал знать, да. Каково это. Что не... бы поделать? Это не знаю, у нас что-то угля не так много на самом деле. Точнее как, у нас всего много, но с учетом того, как мы сейчас будем топить в это мясо. Мы не будем пока топить мясо. Не, в смысле, надо. Я хочу открыть шоп. Я тебе поставил эти, я не видела. Кого? А, офигеть. Это настолько низко, что у меня там... Сначала а, не прогрузилось? Где ты поставил... Угу. А, ну потом не сразу. Вот если мы продаем жареную свинину, то за стак нам дают $2. Если мы продаем обычную свинину, то за стак $0.5. Лучше жареную. Конечно. Подожди, вот у нас есть один стак. Давай я пробую продать. Действительно ли это за стак $2? Давай. Я думала, то они с одного удара у меня. Было бы прикольно. Нет, прикинь! За один? За одну жареную свинину $2. Так это здорово! Богатыми будем! Реально! Точнее, ты будешь. Так в смысле, ты что же продавать можешь? Не знаю, я ни разу это не делала. А мне, кстати, кажется, что модельку свиньи много... А тут много чего меняли, потом все возможно. Так, блин, потому мы так... Потому что там рисунок, но не раньше был другой. Mm-hmm. Мы так можем совсем делать. Кстати, тут хлеб даже продавать можно. Правда, тут один хлеб стоит $0.5. Хоть какой-то бизнес. Чем? Я говорю, хоть какой-то бизнес. Ну да, и типа я говорю, что ты можешь просто себя поставить АФКшить на вот эту ферму и все, и миллионером становиться. А вот... И я вообще начал стрим. Мне сейчас интересно узнать... А! Прикинь! С булыжником-то так же работает. Продавать булыжник? Ну там, короче, один стак булыжника стоит $128.
Прикинь. Офигеть. Да. Достаточно фонтан еще. Кого? Хотя нас... Ты мне залагала. А, 3 сундука почти. Но ты можешь один сундук продать. Я говорю, на фонтан оставь. Ну да-да-да, но я пока не буду, но я вообще к тому, что, оказывается, мы можем брать деньги отовсюду. Просто невероятно. Ну, на самом деле, очень полезное было видео, как минимум. Безумно много вот чего узнал. Самое удивительное, что камень стоит столько же, сколько и булыжник. Хотя, чтобы получить камень, надо же обычно все переплавить. Ну да ладно. Надо еще время потратить. Да, а с ель... С другой стороны, это опыт. Угу. А вот ель стоит, кстати, $7. За штуку. Ну, то есть, любое дерево стоит $7. Если у нас, например, будет ферма скелетов, так это же вообще будет классно. То есть, ты посадил гигантскую ель с помощью костей, быстро вырастил все, собрал одну, и, ну, и это минимум уже дофига, это... Долларов. Может, даже на $1000 будет с одной ели. Все. У нас, кстати, есть семена ели. Да. Можно посадить там, где тогда тут трубы. Я себя чувствую экономистом. Ну, можно реально посадить. Да. Так. Ну, вот я реально сейчас вот возьму. Че, где у нас тут? А, у нас всего 2 саженца ели? Да. Я думал, что больше. Ну, тогда я посажу, знаешь, чтобы они хотя бы росли. И потом мы их собрать могли. Давай. Это, конечно, опасно. Мне никто не выпадает. Не знаю, что так. Вот тут вот посадил. Мне, мне тоже ничего не выпадает. Поэтому вот я говорю, что мы, скорее всего, после того, как отснимем это видео, кого-то поставим АФК на генератор, а кого-то на спавнер. Да, это... нам бы еще... Было бы круто, если бы еще кто-то пошел деньги. Нужен третий, да? Я такого не говорила. Ну это я просто. Это ты уже сам решай. Ну это вот я не знаю, пока кого. Мне кажется, нам пока вдвоим нормально, типа. Я считаю, что все у нас нормально. Так. Кто-то там у кого-то, похоже, выиграл 750 тысяч. Вот это вот паркур, представляешь? Я уже матюкался, кстати, на этот паркур. Правда? Да. Нормально. Да. Чё, будем заканчивать серию? Или чё там? Ну, наверное. Может, тогда поднимешься? Всё равно, всё. Ой, о, дракон. Дракон. Я уже испугался. Я только думаю, что мне тут меди делать не могу. Кстати, тут можно купить кожу. Одна кожа стоит 3000. То есть, следовательно, смотри, мы можем на следующей серии попробовать пофармить денег и купить, короче, ведра лавы, чтобы получить обсидиан, и еще кожу купить. И у нас будет зачаровалка. Слушай. Правда, она будет самая простая, потому что у нас как бы на полке не хватает. Чем мы друг друга бьем, я не понимаю. Весь чат теперь у меня в этом. Так. У меня нет. Чё, всё, заканчиваем? Хоба, да. Хоба. Да-да-да. Надо будет как-нибудь мне всё-таки скин поменять. А то у меня, конечно, я понимаю, классный. Но есть получше. Наверное, мы будем на этом заканчивать всё-таки видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. С вами был Диктофон Ириночи. Да. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Канал Ириночи будет в описании под моим видео. Всем удачи и всем пока!